Студенческий бал – это одно из статусных мероприятий, которое проводится на территории Дмитровского городского округа. И по доброй традиции оно проводится в Большом зале Дома культуры Содружества, полном света и музыки. В этот прекрасный вечер бал посетил один из учредителей праздника, глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный. Я сегодня хочу вам сказать большое спасибо, потому что не я был сегодня объявлен организатор этого прекрасного мероприятия, а все мы, потому что без вас, без вашей инициативы, без ваших тренировок, я даже, знаете, когда спрашивал, неужели они только 8 раз только, да, тренировались, я все правильно понимаю? Или нет? Я говорю, неужели за 8 раз можно уже так прекрасно, грациозно стоять, двигаться? И завидую вам. Завидую чистой белой завистью. Думаю, ну, надо, может быть, тоже попробовать обучиться. Ребята действительно большие молодцы. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный вручил студентам за активное участие в общественных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях благодарственные письма. Активная молодежь округа подошла к такому большому и торжественному событию ответственно. Юные гости бала, конечно же, готовились заранее. Шили платья и фраки, продумывали образ, прически, макияж и украшения. В течение месяца окружали себя приятными хлопотами, чтобы блистать на одном из главных событий года. Я впервые узнал о том, что скоро собирается новогодний бал. И мне как стало интересно, как мой первый опыт, я хотел когда-то участвовать в нем, вот, впервые в жизни я участвую. Мы готовились очень долго, И так интересно получается, что вы все сами видите. А так, для меня это первый опыт будет. Хорошо, расскажи о подготовке, как готовились. У нас было очень много репетиций, мы вот собирались по 3 раза на неделю, тренировались по 2-2.5 часа. Ну, шла серьезная подготовка. На балу можно было увидеть такие традиционные исторические танцы, как вальс, полонез, минуэт и подыграс. Лично наш университет учил 2 танца, полонез и подыграс. У нас прошло 5 репетиций. В течение этого времени мы плодотворно работали. И думаю, нам не составит труда сегодня для вас прекрасно выступить. Я чувствую себя дамой высшего общества. Просто все в таких длинных платьях, все такие красивые. Я чувствую себя кавалером, потому что с такими дамами это невозможно не заметить. Помимо танцев, студенты в этот прекрасный вечер еще и пели. Роман Мишуков, Байсалбек Калилов и Виктор Платов исполнили песни «Мой путь», «Хлопья летят наверх» и арию из оперетты Штрауса «Летучая мышь», «Тост графа Орловского». Настроение у меня новогоднее, все хорошо, мне... Я впервые участвую в данном мероприятии, но мне кажется, все пройдет великолепно и все будет просто супер, на высшем уровне. Да, я соглашусь со своей подругой, потому что организация на высшем уровне. Очень благодарим администрацию города за это мероприятие. Я думаю, все пройдет великолепно. В этот вечер студентов поздравила начальник управления по развитию культуры, туризма и работы с молодежью Ирина Костышина. Ребят, много встреч у нас с вами бывает, много планов настроек. Недавно мы с вами встречались тоже еще на одной площадке, которая у нас в исторической части города. Я надеюсь, что вместе мы с вами там начнем, скажем так, замутим тоже классные мероприятия. Обязательно будем встречаться и делать красивые, классные, качественные мероприятия. Сегодня я вами восхищаюсь. Я знаю, что Илья Ильич уже объявил, что вы сделали это мероприятие за очень маленький промежуток времени. Тем самым оно еще дороже. Бал также посетила депутат Московской областной думы Марина Шевченко, которая поздравила ребят с этим приятным событием и вручила благодарственные письма. На самом деле, ребят, мы вам так гордимся. Вы такие разные. Конечно, в конце года у себя в образовательных организациях вы говорите и подводите итоги, но здесь сегодня канун Нового года и Рождества. Прекрасная установка. И мы видим, какие вы разные. Такие романтики, как Роман. Такие дерзкие, с новой харизмой, как, могу ошибиться, Байсалбек. Правильно? И много-много других. Я часто вижу вас во всяких волонтерских организациях, движениях и по расчистке наших Дмитровских озер, и по доставке лекарств.
Новогодний студенческий бал получился очень насыщенным. Ребята сделали вечер ярким и эмоциональным. Без сомнений, это мероприятие запомнится дмитровским студентам как самый необычный и романтический вечер.